Владимир Цырибков в мире гиревого спорта – личность известная. Он – победитель и призер всевозможных соревнований республиканского и международного уровня. Недавно его копилка дипломов и наград снова пополнилась. Он завоевал первое место в состязаниях, которые проходили в Москве в рамках ежегодного фестиваля спорта и здорового образа жизни «СНПРО-Экспо». В режиме нон-стоп на протяжении получаса бобручанин поднимал гирю весом 32 килограмма и стал лидером в своей весовой категории. Когда тренируешься, такие циклические виды спорта, там еще какие-то бег делаешь, то потом организм привыкает. Ну, естественно, тяжело. 10-15 минут и работаешь в каком-то режиме, а потом все начинаешь терпеть. Это уже чем больше стоишь, тем больше уже все начинается выносливость, характер. Владимир – мастер спорта Беларуси по гирям. Железо тягает уже 18 лет. Для него это и образ жизни, и хобби, и, можно сказать, профессия. Молодой человек служит старшим пожарным в 7-м аварийно-спасательном отряде. Именно здесь и проходят его тренировки. Тренировочный процесс идет постоянно, как бы. Где-то больше, где-то меньше нагрузки даешь. Но каким-то соревнованиям готовишься, там, как долго? Постоянно идет. Где-то сбавляешь просто чуть-чуть темп тренировочный, а потом ближе к соревнованиям, за 3 месяца уже добавляешь. Цырибков – гордость своей части всего дела по чрезвычайным ситуациям. Он – призер областных соревнований, сильнейший пожарный спасатель и участник международных состязаний, которые представляют собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок. Их участники выполняют за минимальное время в полном снаряжении пожарного. Стоит сказать, что весит такой комплект около 30 килограммов. Я даже скажу, чрезвычайно полезен как и части, отделу, отряду, так как спорт для него в целом занимает значимую роль в его жизни, насколько мне известно. Он, в принципе, тренируется на протяжении всего года, поддерживает форму. Владимир служит пожарным уже более 10 лет. Он пример и наставник для молодого пополнения. К слову, своих детей, а их у него двое, он тоже привлекает к спорту с самого раннего возраста. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.